7 грантов на общую сумму более чем 10 миллионов рублей помогут развитию науки в регионе. Торжественное вручение свидетельств победителям конкурсного отбора на получение грантов президента страны прошло в Самарском университете. Свидетельство двум докторам наук и 5 кандидатам вручил главный федеральный инспектор по Самарской области. Поддержку получили ученые, работающие в сферах гуманитарных, технических, инженерных наук, а также в области математики, механики, физики и астрономии. Я убежден, что гранты, которые получили, они найдут продолжение и развитие в дальнейшей нашей научной деятельности в целом и вуза, и науки профильной. Очень хорошо то, что большая часть ваших работ связана именно с производством, с РКЦ «Прогресс». Мы проводим исследования. В частности, мы проводим работы для РКЦ «Прогресс» нашего по разным программам. Это и президентский грант, и хоздоговор, и программа развития аэрокосмического кластера, и разные работы проводим.